Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы ответим на вопрос из задания учебника по математике 5 класс Никольский, номер 632. Является ли число 1 а простым, б составным? Принято считать, что единица не является ни простым, ни составным числом. Поэтому на вопрос А мы отвечаем «нет», и на вопрос Б мы тоже отвечаем «нет». Единица не является ни простым, ни составным числом. Вот и все, на вопрос мы с вами ответили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. А также заходите в наши группы в социальных сетях. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео.